О, привет, гадюка. На ГГ, всем привет, ребятки. Вы на канале Funny Games, меня зовут Максим. Продолжаем играть с вами Shadow Fight 2 Special Edition. Давайте гадюку работаем. Как-то это вообще превосходно у нас получилось. Отлично. Так, второй раунд. Продолжаем, в общем, мы с вами на вдове. Нам нужно попробовать победить вдову. Так, ну-ка, давай. Давай, поджарься, еще раз торкать, отлично. В общем, попробуем победить вдову, ну, не знаю, до вдовы дойдем, не дойдем. Так, в общем, у нас телохранитель следующий, легко, давайте отправимся. Волк, я последний из своего племени, духи указали мне путь к самой прекрасной женщине на свете. Я стольким пожертвовал, чтобы привлечь ее внимание, и не допущу, чтобы ты отнял ее у меня. Окей, волчонок, давай посмотрим. Насколько ты крут. Так. Еще у нас... Ой, три еще телохранителя впереди, не считая этого волка. Ладно, попробуем с волчонком справимся. Поглядим, что будет дальше. Так, начну, наверное, с такого удара. Ох, да. Неплохо у меня. А ну-ка, давай, иди сюда. На. Кидай его еще. О, он меня кинул. Да что ты будешь делать? А ну-ка, на, получай. Получай, волчок. Не кружись. Да что ж ты будешь делать? А, слушайте, у меня же тоже есть топорики крутые. На! Я первый попадаю. На! На! На, на, на! Есть! Уработал. Волчонок, придет серенький волчок и пустит за бочок. Но не в этот раз, не в этот раз, потому что я его спокойно урабатываю. Еще, еще держи. О, да ты... Подожди. О, а, магию, да? А как тебе такая магия? Поджарь. Хвост волка подгорел. Так, отлично, 33 кристалла получает, 432 тысячи и опыта. Неплохо. Так, мы были на охоте, когда увидели ее. Все стояли как громом пораженные. Когда я пришел в себя, руки мои были в крови, а мои братья были мертвы. Все эти мужчины сражаются за благосклонность вдовы, но по своей воле они заколдованы, потому и атакуют нас. А вот и Проныра сходит с ума. Сенсей, как у вас получилось сохранить рассудок? Я чувствую ее влияние, но концентрация и воля позволяет мне противостоять ее чарам. Окей, дуэли разблокированы. Класс. Кстати, все могут подумать, откуда у тебя столько кристаллов и столько денег? Ребят, дело в том, что я очень долго фармил на выживании. Очень долго. Вы посмотрите, здесь на выживании можно заработать 56 кристаллов. Это же Special Edition, специальная версия. И здесь 402 за выигрыш можно заработать. И, а здесь очень... дня 3, наверное, я фармил. Но в итоге вот нафармил. Отлично, так, вдова, следующий телохранитель опять легкий, но мы, наверное, продолжим по турниру немножко пройдемся, давайте турнирчик. Да, и, кстати, пока я фармил на испытаниях, я себе 2 уровня поднял, прикиньте, 2 уровня. Я не знал, что, оказывается, за это тоже очки опыта дают, за испытания. В итоге у меня неплохо так прокачался, я был, по-моему, 26 уровень или 27, я, то ли 2, то ли 3, я не помню, ребят, ну, очень много я поднял. Видите, теперь у меня 30 левел. Я всех разношу просто. Просто на изи, как говорится. Давай, иди сюда, мор. Получай по морде. На, еще разок. И еще, все, нет. Вот, я перфект хочу, говорю, на. Есть, перфект, отлично. 2 перфекта подряд, это просто круто. 246 тысяч, здесь тоже неплохо можно фармить, между прочим. Так, следующий бой. Давайте пройдем уже весь турнир, наверное, что ли, я даже не знаю. Так, ну что ты зависаешь, а? Ты кто? Коготь. Ты чей коготь, а? Чей коготь ты? Пишите в комментариях, ребят, как вы думаете, чей это коготь? Может, это коготь дракона, а может быть, медвежонка коготь? А может быть, коготь орла? Непонятно. Ух, да, у него такие когти здоровые. Скорее всего, коготь орла, потому что вы знаете, что орел может утащить барашка небольшого, просто... Может, на свою гору утащить очень легко.
Вот, где-то до 60 килограмм, по-моему, орел может. Здоровый коршун может поднимать в небо. Представьте, 60 килограмм, ребят, это вес полноценного какого подростка, даже девушки какой-то, женщины, я бы даже сказал. Ну и небольшого мужичка, наверное, тоже. В общем, 262 тысячи, я выиграл этого когтя, отлично. Не помню, перфект был, нет, заболтался я с этим орлом. Ну да ладно, минутка просвещения закончилась, идем дальше. Так, кто сейчас? Ничего себе, гром среди ясного неба на нас тут напал. Со своей здоровой булавищей. Она у него настолько здоровая. Ух ты. Пока он будет, конечно, ей махать, я, наверное, ему надаю пару раз. На, держи. Отлично. И заводим мясорубку. Все, окей. Вырубили. Вырубили. Попробуем сейчас турнир. По турниру быстро пройдемся. И заработаем себе, наверное, 31 уровень. Так, хорош. И на. Все, готов. Фу, вот это вообще изи. Перфект, отлично. Так, это мы побеждаем. Давайте еще раз, два, три, четыре. Четыре боя еще сыграем. Попробуем, может, оружие какое-нибудь другое вообще прикупить. Да, надо будет сейчас. Давайте вот этот бой. Так, кто, лилия? Я думал, лиса. Нет, лилия. Прикольная такая лилия со своими ножичками. Ну, против моей кусаригамы, конечно, ничто не сравнится. Шок, я ее выбил, перфект, добивая просто на изи. Просто вообще на раз-два. Так, ну надо что-то попробовать. Может, ногами ее, ребят? Давай ногами попробуем ее забить, а? На. Так, давай, вертушку. Ой-ой-ой. Так, давай ногами так. На, держи. На. Ай, не получилось. Так, это вот так, да? Ой, хорошо, как у меня здоровье восстанавливается. На, держи, отличный удар. Так, на, вот, хорош. Так, нет, подожди, как этот удар? Нет, это не такой. И, короче, с вертушки надо его работать. Ай, да что ж такое, в конце красиво так, знаешь, замедленное время такое. Бах! Вот это да! Это круто. Так, 300 тысяч, короче, чисто ногами я ее забил. Так, хотел оружие поменять, да, давайте поменяем. Что там есть такого прикольненького? Давай посмотрим, топоры, какие саи предвестника, серпы, дадао. Так, а вот это что, серебряная глифа? Нет, подожди, что-нибудь... Жало осы, не знаю даже, посох ночи. Что за посох ночи? Давай поглядим. Смотри, он так много стоит, кстати. 390 кристаллов. Давай поглядим, что за посох ночи. Я вроде бы с таким еще не дрался. Давай так, турнир и погнали. У него бомба у этого посоха. И в принципе, я думаю, что можно неплохо так с ним подраться. Так, эх, старик. Кто помнит, из какой это фразы, из какого мультика эта фраза? Эх, старик. Ой, ничего себе. Ушел от меня, еще и бомбу. А че не взорвался-то, алло? Давай с разворота, на. Да нет. Давай как-нибудь по-нормальному кинь, а? Да что ты будешь делать, а? Получай, нет. Как так-то, старикан? Получай! Да что такое? Я попаду сегодня в тебя, нет? Старикашка! Букашка! Ох, по голове это больно, наверное. Отлично. Ну, сейчас неплохо я уработал его. Посмотрим, старик, как ты со вторым раундом справишься. На! Вот. И бомба. На! А чё бомба не срабатывает? Алло! Ну, видали, бомба просто не срабатывает. Ушел от меня. Давай, кидай его. Вот, отлично, все. Старик повержен. Так, когда мне дадут 31 левел? 312 тысяч зарабатываю, нормально. Да, еще долго мне дадут. Ну ладно, окей, еще давайте тогда бой устроим. Попробуем. Надо попробовать, как у старика, вот эту глифу взять, кстати, тоже хорошая вещь. Ты кто? Атаман, здорово, казак. Атаман казахский. Казахский, неправильно, казацкий. Вот, казаки. Казаки-разбойники, короче.
О, отлично. Еще и бомба. Все, уху. Работал, короче. И вся хпшка у меня осталась. Отлично, хард. Ладно. Пока все легко, ребят. Вообще легко. Потому что я говорю, у меня уровень прокачался нормально так. Эй, атаман, а ну-ка. Перестань тут атаманить, а. Что ты? Да. Да. Что ты хочешь? Ногами, чтоб я тебя добил, а? Давай, на, получай, на, получай. Иди сюда, говорю, на, да. На, да, добивай ты его тень уже. На! И на! Все, ногами добил его, короче. Хотел он посоревноваться со мной, кто, короче, круче на ногах, видимо. Я его уработал. Так, последний бой, окей. Последний бой в турнире, как я и обещал, давайте его выполним. И попробуем еще по одному телохранителю пройтись. О, тесак! Тесак, тесачок! Посмотрим, насколько у тебя острый твой тесачок-то, а? Давай! Бах! С разворота и... Ай-яй-яй, нет, неправильно, бомба! Сработало? Да, отлично! Еще одна бомба! На, ушел! Перфект! Отлично! Просто чисто сработало, вообще чисто. Так, может ногами? Давай ногами. Ногами будем его. Пау, на. Ой. А как он вот этот прыжок делает, а? А, да, вот так же его вроде делает. Да, все понял. Ух, ничего себе, у меня как бейсбольный мячик просто запылил мне. Да подожди ты, хватит это со своим тесаком этим. На, держи коленом. На тебя, это живот, на. Да, так. Вот этот удар, он вот так вот делается, вот, двумя ногами. Так, что, в конце опять с вертушки его, в замедленном времени, чтобы все было. Можно магию вон применить, но мне не хочется. На! На! Вот, замедленное время, отлично. Уработал, 362 тысячи, ничего себе, у меня там уже миллионы просто. Так, ну окей, давайте тогда пойдем к телохранителю вдовы, тур. Может, и я не так молод и силен, как раньше, но готов пройти, поставить свой опыт своей юношеской прыти. Твоей юношеской прыти. Так, тихо, язык заплетается что-то. Эта женщина будет моей. Да, она мне не нужна, я ее просто хочу отдубасить. Можешь забирать ее себе. Окей. Тур какой-то. Что за тур, не знаю. Моря, туры какие-то. Туры по морям, что ли? Понятно. Давайте, то зоопарк тут у нее, то и туры, то не знаю, в общем, что тут вдова собрала, какую-то шайку-лейку. Получай, тур, получай, отправляйся в тур, на, держи, и это перфект. Будешь знать, отправил тура в тур, по Волге путешествовать. Ну окей, давай еще разок. Эй, а ну-ка прекращай мне тут свой тур устраивать, на, держи. Так-а. Эй, не получилось. Бомба не сработала, да? Бесит вот такие моменты, когда бомба не срабатывает. Чё тебя ногами допинать? Не вставай, говорю. Эй, не допинулся. На. Да. Давай двумя ногами. Двумя ногами. Пау, да, попал. Еще раз пау, нет, не попал. Вот, вот такой еще удар. Сальтушка вот эта. Давай, замедленно. Ай-яй-яй. Дай мне сальтушку это сделать, ну пожалуйста. Ну, турик. Я пока тебя не отправил в тур по городам и странам. Так, ушел. Ушел. Пах! Есть, отлично. Уработал ногами все-таки этого тура. Он был неплох, но, к сожалению, не справился. 592 039 кристаллов. Вообще, просто супер. Просто супер. Неужто я проклят? Любовь свела меня с ума и поставила на колени, сделав из меня безмозглого юнца. Если бы только мое тело было столько же, столь же юным, как и дух. Кто я? Просто одинокий жалкий старик? Все, отправляйся в тур, старик. Так, 31 уровень, отлично. Что здесь у нас? Есть шанс получить 25 урона после успешного удара. Это эффект пропадает. А это пробивающий блок. Да, пробивающий блок, наверное, возьму. И награду. Выиграв 100 раундов менее чем за 10 секунд в любом режиме прям выживания. Окей, забираем. Ну что ж, все, наверное, на этом, ребят. Давайте и ставим лайки, наберем где-то минимум 1000 лайков, и следующий бой будет с тобой. Следующее видео выйдет, как
победить вдову. Я попытаюсь ее уработать. Ну, у нас еще тут старые раны есть, тоже надо пройти. Я думаю, пройдем. Все, ребят, с вами был Максим, Funny Games TV. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся этим роликом в контосике, в Одноклассниках и везде там в социальных сетях со своими друзьями. Всем удачи, ребят, всем пока!